Так, Наталья, вот смотрите, в общем, по видео получается освещение здесь немножко, ну, короче, не прям так правильно передает. Вот, наверное, вот так вот более правильный цвет получается. На фотках посмотрите, там цвет прям вот, ну, более близкий. Просто из-за освещения, как бы, ну вот, вот такой вот цвет, вот. Вот смотрите, вот такой он получается. Вот, здесь немножко освещение делает его чуть-чуть посветлее, чем вот такой вот цвет, как бы. Так, ветки, значит, они полностью литые, вот это вот силикон. Дальше они идут, проволока идет и обмотана полностью так хорошо ПВХ, то есть ее вообще не видно. Ну и ствол, соответственно, тоже. Вот, не знаю, как на видео видно или нет. Вот. А так вот она. Вот. Ну вот это немножко не так передается цвет. Но я думаю, по фоткам вы поймете, там более близкий цвет к натуральному. Смотрите, вот это именно, вот здесь как раз цвет более-менее правильно передается на видео. И смотрите, здесь разница в том, что у этой плоская ветка. Плоская, односторонняя. Плоская ветка, да, односторонняя. Односторонняя, низ вверх. А здесь веточка круглая. Круглая веточка. 3D, и как бы вроде она чуть-чуть немножко попышнее, да. По цене одно и то же. Ну, так же стоит у них. Так, друзья, несем сейчас елочку, вот в офис заказали. Вчера как раз, когда собирал в Гродно заказ, вот такую елку заказали, смиреку литую. Вот, сейчас принесем клиенту, отдадим. Уже оплачено все.